Всем привет, с вами Олег. И сегодня я покажу автоматический портал ВАД, который я придумал сам. Вот такой вот это механизм. Как вы видите, он использует только один раздатчик. То есть виден только один раздатчик. Вот, мы нажимаем на рычаг. У нас появляется портал ВАД. При втором нажатии на рычаг он вот так тут убирается. Использовать его можно как угодно, то есть там не в раздатчике зажигалки хранятся, а просто тут вот спавнится огонь. Да. Вот так вот это все работает. Ну, очень хорошо работает. Никогда сбой не произойдет, то есть он... Ну да, иногда бывает такой сбой. Конечно, но это легко исправляется. Просто много раз не нажимайте на вот этот рычаг. Иначе произойдет сбой. Так, ладно. Механизм весь. Вот он. Вот такой вот маленький механизм. Так, ну и давайте приступим к постройке. Так, сейчас еще возьму рычажок. И возьму так, раздатчик. Ой. И воду. Ведро воды, точнее. Так, и липкий поршень, я забыл. Вот так. Так, ну давайте посмотрим где-нибудь здесь. Для начала делаем сам портал ВАД. То есть самый обычный портал ВАД делаем. Сейчас я его сделаю. Так-то ставим, так. Кстати, я давно не выпускал видео. Ничего страшного. Это времени не было просто. Ну, ладно, давайте уже продолжим. Сюда ставим командный блок. Сюда ставим рычаг. Потом вот этот блок ломаем. Сюда ставим раздатчик. Так, сразу возьму сейчас липкий поршень. Теперь мы вот сюда ставим красный факел. Блок. Факел. Блок, факел. Давайте активируем это. Потом вот так ставим блоки. Тут еще добавляем блоки. Потом вот так ставим два кусочка редстоуна. Повторитель. Два повторителя вот так. Сюда на вот этот повторитель ставим задержку в два клика. Здесь ноль. То есть ничего не трогаем. Сюда ставим липкий поршень, блок. И вот сюда кусочек редстоуна. Теперь вот в этот командный блок мы просто вписываем команду set block. Вот так. Вот эта вот фигнюшка. Ну, вы ее найдете на клавиатуре, думаю. -1. Ну, то есть вы смотрите, вот вы стоите так, как стоит ваш командный блок, то есть вот так тут. И пишется тут команда, например, вот setBlock, например, вот 1, пробел и 1, ну и это я на камне проверяю. Вот, и он у меня появляется вот здесь. Значит, мы вот тут вот пишем, либо вот тут вот пишем -1, ну тут он вообще непонятно куда уместится, либо, сейчас тут стеру минус, либо сюда ставим -1, и он появляется там, где мне надо. Вот сейчас я тут все пишу, set блок лапка, так, -1. Кстати, вот эти вот фигнюшки работают только на версии 1.7 и больше, на меньших версиях они не работают. Да что такое? Блин. Set. Блок. Так. 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 Один. Один и ID блока 51. Это ID огня. Теперь мы просто вот в этот раздатчик загружаем воду. И все готово. Нажимаем на рычаг,
Ну, я там активировал, так что не беспокойтесь. Вот нажимаем на рычаг, появляется портал в ад. Еще раз нажимаем, он убирается. Ну, то есть вот такой вот механизм. Стабильно работает. Ну, кстати, идею ни у кого не крал, я ее сам построил. Ну, думаю, вам понравился такой механизм. Он очень незатратный, причем. Смотрите, тут вообще. Давайте я даже посчитаю при вас. Вот. Ну, обсидиан это затратно, конечно. Ну, все хотят в портал в ад автоматический. Вот, он использует вот. Ну, то есть обсидионный портал, правда, еще со стенкой. Один раздатчик, один рычаг. Три красных факела, один липкий поршень, два повторителя, три кусочка редстоуна. Ну, тут несколько блоков и один командный блок. Ну, вот такой вот механизм. Так что, думаю, вам понравился. За этот механизм ставим лайк. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. С вами был Олег. Пока!